такой как бы элемент. Раз, взяли, раз, человек, или вот. Вот это исключаем, да? И здесь пальцем делаем. Видно? Видно, я исключил. Плечо вот у меня. О, да? Все. Потом надо поднять. И начинаем поднимать. Поднимать. Ага. Вот. То есть берем, смотрите, вот этот. И я расслабься эту мышцу. То есть я беру, смотрите, видно, что не падает. Видно? То есть это идет в челюсть. Смотрите. Я исключил, чувствуешь, вылетает. Вот она вылетает. Потом берете ее вот так. К примеру, вот кисть. К примеру, раз поставили, да? А еще вот как лучше поставить. Вот смотри, берешь сюда, уперся, да? Видно, и пошли. Сейчас попробуем. Можно смотреть, чтобы он... Я его тихонько делаю, а чтобы он вот, смотри, вот сейчас, на носочке, видно, стал? Ну, поверь, пошли. Видно, вот. Попробуй. Вот ты не быку, я ж тебе уступлю, смотри. Не сюда. Вот то же самое показывает. Понятно, бить надо человека, смотрите. Вот я бить пока не буду. Видно рука? Она должна быть либо вот так, либо вот так рука. Вот так она не должна быть, и вот так должна быть. Вот я руку поставил, смотри. Пошли. Понятно? Просто так эффективно. Просто, но эффективно, да? Еще иди сюда. Рука, значит, вот так должна. Либо так, либо так. Вот я раз. Ну, естественно, здесь подошли, ударили, что-то такое. Вот видно, так не надо. Выйдет человек. Видно? Все. Вот поехал, вот так ставим. Можно еще за вот. Как еще вперед? Вот смотрите, берете вот так. Это к вопросу там надо. Я до конца не рассказал. Делаете вот такую вот петлю. Наручников нет. И... Берете, да, вот. И начинаете вот так. Провернули, вот. Ну, желательно похладнее. И помните, я показывал сопровождение? Да, да, да. Да, это тот же самый. Раз, и пошли. Берете. Вот. Второй вариант. То есть, грубо, да, вот там шомпол есть, вот с пистолетом, да, шомпол есть. Здесь две очень красиво, берешь так, протыкаешь. Он легко подтыкает, сильный вот, да. Жесток, да, просто надежный. Понятно, да? Ну, надо разбираться. То есть, если вы нормально сделаете, чем вообще там прокручивать? Вот попробуйте именно вот такую петлю. Вот он, вот так вот засовывается. Вот сюда. Сюда внутреннее кольцо. Да, вот оно, внутреннее кольцо. Сейчас засунем. Он говорит, а что, что-то не затягивается. Как? У всех... То есть вот смотрите, вы делаете как, вот у нас, смотрите, раз, вот так берете, да? Вы можно так, но надо делать, чтобы еще вот руки mm-hmm. чувствуешь, вот, да. О, эти на изгиб, видишь? Mm-hmm. Понятно, да, вот такой смысл? Значит, как развязывать над товарищем в другую сторону. В общем, давай, пробуйте. А желательно прокручивать, чтобы смотрите, что было. Возможно. Ну, как раз, иди погуляй, как развяжешься.